саженцы малины ремонтантной «Бабье лето 2», «Бабай Литоу Рабас» и «Даюс» отличаются стабильно высокой урожайностью и ярким окрасом ягод с рубиновым отливом. Многие садоводы считают этот сорт устаревшим, но практика показывает этот сорт как перспективный. Вес плодов отличается от предшественника с одноименным названием на плюс 1,5-2 грамма. Масса зрелой ягоды может достигать 4 грамм. Селекционеры постарались собрать в этом сорте высокую устойчивость к заболеваниям, поражениям вредителей и продолжительным морозам. Созревание ягод малины «Бабье лето 2» начинается с середины августа и заканчивается с наступлением заморозков. В более холодных регионах урожай может созревать не полностью. Малина ремонтантная «Бабье лето 2» – это многолетнее растение. Малина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола малина ремонтантная «Бабье лето 2» можно отнести к группе кустарники. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Лист этого прекрасного растения по форме яйцевидный. Малина ремонтантная «Бабье лето 2» имеет ремонтантный срок созревания. Цвет плода малиновый, вкус сладкий. Обратите внимание, что малина ремонтантная «Бабье лето 2» – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.